я привился спутником ВИ, две вакцины, две дозы получил, 16 апреля и 31 мая, как раз 45 дней прошло. И при первой и второй тоже вакцине чуть-чуть были недомогания, озноб, это, наверное, думаю, ответная реакция моего иммунитета, это как должно быть. Но я теперь защищенный полностью, думаю, да. И я бы советовал всем привиться, да, по срокам. И, наверное, после того, как все привьются, у нас эти карантинные меры, наверное, снимут, надеемся. Да. И всем желаю здоровья, не болеть, следите за собой, за своей семьей, за своим здоровьем. Привилась около месяца назад. Самочувствие изначально было хорошее, без симптомов. То есть ни после первой прививки не было ни температуры, ни ломоты, ни после второй. Поэтому я себя отлично чувствую и советую всем прививаться, потому что это очень важно для защиты, для общего самочувствия.